И Болгар, какой перехват, момент опаснейший возникает, это 2-2. Но шайба в равных составах есть уже. Да, так вот, ошибка игроков 7-62 приводит к ответной шайбе в исполнении команды «Динамо Нева». И бросок, и 3-3. Да уж, вот такой эпизод создали «Динамо Нева», и завершился он ответной шайбой. Да. Болгеров бросок, и шайба в воротах, у Болгерова хет-трик. Ну что ж, на этой встрече закончилась со счетом 4-3. «Динамо Нева» одерживает победу. И для «Динамо Нева» и для 7-62 хоккейный 2022 год завершен.